40 лет исполняется в этом году с момента прихода на территории Якутии железной дороги. 2 ноября 1976 года на линии Тында-Биркакит уложили золотое звено на границе Амурской области и Якутии. По рельсам в регион прибыли первые поезда. В строительстве Малого Бама принимали участие многие студенты из Якутии. Юбилейные мероприятия, посвященные исторической дате, проходят в республике в течение всего года. На днях прошла встреча поколений, а 4 ноября в городе Нерюнгри пройдет торжественное собрание общественности. 95-летие комсомола и молодежи. Начинали с станции Тында и, можно сказать, до середины Алданы дорогу провели. К дню комсомола, дню рождения комсомола на разъезд Якутск установили рекорд вообще по всей России. 300 в сутки. Самое большое событие было, это на Новый год, ровно 31-го, не помню какого года, вот, с Нагорного. Все отказались разгружать вагоны с цементом, пришли в Тынду для стройки. Вот собрали нас человек 20, и мы поехали. И там встречали Новый год в вагонах. Вот это самое событие, я его вспоминаю, вообще не могу. Какие преданные ребята были вообще.